Вспоминай. Полина. Полина. Вот теперь-то да. Моя девочка. Полина. Вот теперь-то. Она говорит, как вы говорите, ее увидите. И так это не отыгрываете, красавица. Да она тут маленько прихватила. Приехали по Теряевске, встреча с Валентиной. Да. Помнишь, мы в интернате в вашей комнате жили. Вы нас с Иринкой к себе забрали из этой комнаты. Помнишь? А теперь уж они, мы все. Да, мы забрали, мы там два года жили с ними. Угу. Ну, я бы, конечно, не узнала. Ну, она тут да. Сходу. А я тебя узнала. Да? Да. Ну, мне кажется, ты не изменилась. Хорошенькая такая же. И я. Но она всегда была красивенькая. А это кто, тоже знакомый? А вот нет, я тебе скажу. Это моя старшая сестра, Галина, Зина ее звали. Замятина. 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 Зина. Громче да. Говорю для вас, Зина Замятина. А это моя для маленькая сестра, говорю. Оля. Моя сестра маленькая, Оля, младшая. Это младшая Оля. А я вот Оли не помню. Зина, а братьев не было у вас? Два. Были? Знаете, я уже знаю. Три даже брата. Грини да. Нет, Коли нет сейчас. Вот. Ну, Валечка, ты молодец. Тетя хорошо. А трудяшка. Сына сколько на это самое народила? Молодец. Молодец. Трудяшка. Уже все знаешь. Это и все. Все, да, я да, уже на а я что, зашла только и гляжу, там сын, там сын, там сын. Все. Мы даже не планировали, что мы поедем, говорю, раз нас это кто посмотрим и туда навешим. А Зина училась, с какого Зина ты была? Она старше. Я с 47-го. 47, это ж не с Иосифом. Я с этой кто у нас, Катей Нечунаевой училась, с Пятышевой. А Иосиф-то этим... у нас был 46-го. Он да. Постарше. Он 46-го. Постарше. А мы уже были на интернате, их уже не было. А он-то нас да, на 10 лет постарше. А, Тихон-то? Да. Тихон-то, господи, да. Игнат-то. Игнат Тихонович. Ну, ага. Ну, Полина, я бы, конечно, не узнала. Валь, я очень Ирина рада. Ирина бы узнала бы, может. Иринка, мне так охота. Я думала, она тоже здесь. Нет. Она, оказывается, нет. Вышими сказал. Она у нас. Ну, молодцы. Игнат, американка, считай. Потеряевку свою не променяли. Да. Молодцы. Хорошо. А мы, сердце щемит. Ну, давайте съедем, Миша. Ну, ты нас... свози, он и все ему некогда. И сегодня спонтанно, даже не планировали, что доедем мы до Потеряевки или не доедем. И бибом заблудились, уехали на урывку. Ольга еще это кто, она, а мы с этой с дочерью надернули быстрее. Как у тебя хорошо. И все. Такой ну, трудоголик. Так, а на урывке вы... Да ошибочно уехали. Вернулись, Валя, обратно к переезду. И вот тогда гляди, вспоминай все, вспоминай, гляди. Надо я с тобой посмотрю. Не так указатели больше. Да, вот через переезд нет. Переезжаешь когда? Ну, и там нету, Валя. Нет. Указатели. У переезда переехали, стоит указатель. Нету. Как нету? Нету, я тебе говорю, нету. И там за переездом, чё? Там стоит. Там стоит только на шоссе. Может нет, быть, не на тот переезд. Это государственный знак, а тут мы сами ставили. Наши не обратили. Валюш, но ты, не на этот ты разве забыла, как с этого с разъезда заезжаешь? Вот и деревня. Да, наша. С разъезда а зачем заезжаешь, ты поехала туда? И идешь две. А мы говорим, наросли, наверное, аллеи наросли. Я говорю, ну это для полей насадили. Не было же этих-то полей-то. Вот ну 50 лет не были. 60. 60. 60. Нет, это полейная посадка была тогда. Была. Когда мы еще жили, потеряли. Ну, когда мы были причин, маленькие, да, да, да. Были маленькие. Скажет, это что, у Лапкиных сроду шуму не было. Ну, в общем, было. Короче, побывали скажет, на урывке. У Лапкиных сроду, скажет, шуму не было. Да, прям чего, ни народу не было. Ну, нет, у нас всегда, ну. Тем более у нас по отцу или как, мы все глухие, все кричим. У нас бабушка была по матери, а я отец у нас. Но отец был контуженный после войны. Почему так? А Ирина глаза, это, слабая глазами в очках, а я плохо слышу. Она говорит, вот бы поменяться. Она за окном слышит, как чирикнет воробей, она просыпается. Я говорю, да нет, уж не надо мне. Я лучше буду. А глазоньки-то что, Варя, не делает она? А? Не делает глазоньки-то она. А что делает? Ну, глаза как? Нужно глаза доверять. Я всю жизнь одним глазом вижу, всю жизнь. И вижу вон там, что на новой ну, заре. Ну, значит, он нормальный. Но у меня один заря, глаз. Не говори, Валь. Да ее уже нет, она, видишь, выгорела, пока Потеряевки не было. Пожары же и пожары. И все, ну, да. Выгорело. Ну, вы молодцы, конечно, на свое это. Ой. Валюш, ну же ваш дом-то ведь здесь и стоял, наверное, же на этом месте. Нет, нет наш дом, под, вот за этим домом, под... где да. Там да, наш да, дом. Да, ну, да, прям да. На этой яме Павел и построил дом, брат младший. Вот. А, Паша здесь же, да, тоже?
Да, в Корчино уехал. А, уехал в Корчино? Нет? Не уехал, попросили. Ну, ясно. Пил. Ну, что сделаешь? В семье не без урода. Ну, так. А сыночки здесь рядом с тобой, да? Ну, вот сколько у меня? Трое. Один, два, три. Трое здесь. Трое здесь. Один в Новосибирске остался. Один. Мы все выехали оттуда. Такая же стройненькая, она была высокая такая. И такие волосы были шикарные. Вот так вот она в косяк ее за это самое заплетет туго. Она говорит, может, я увижу быть. Ага. Этой косой я перестрадала, знаешь, сколько. Ты знаешь Домникова-то, не помню? Серегу-то помню. Помню? Ну, как он за тобой бегал. Нынче приехал и говорит, ну что, не узнаешь? Он, ну где же я узнаю? Как 100 лет. Он еще здоровый. Но меня тоже не узнал. Да? Ну и говорит, я говорю, не это кто она. Да, да. Смотрит? И я говорю, да я не узнаю. Он, я говорю, ну заговори, может быть, я речь узнаю. Да ты что, да ты моя любовь. Я вот тогда, Валя. Я говорю, ты что ли? Ну и что-то, а я возьми, да ляпни. Я говорю, всю жизнь желала тебе смерти. Как он меня за косу всю жизнь дергал, ой, сколько я перестрадала. Он говорит, ну я любил тебя, я говорю, да разве так? Любовь такая, да, вот так. Вот где бы я ни села. Да, Сережка Домников. Да, Валь, я помню. Обязательно. Даже в кино придешь. Тут бы там не сидел, там сразу человек вылетает, он высокий очень. Он высокий, Домников. Не знаю, какой фамилии у него, Домников, а Серега. А помнишь, как сказали, будет, значит, это у нас кто? Она проверять врачи будут на следующий день. Все девчонки мыться мы стали в комнате. Ну куда, ни бани, ни чужа. А шторочки-то вот так вот только были. Ну, прикрыли, а там тополя. Они на тополя эти паразитики залезли там. Девчонки тут мылись, а они потом на следующий день. Хи-хи, ха-ха-ха, хочет, представляешь. А Ирина и говорит, а ты ему сказала на второй день. Он пришли, они над нами, а ты, говорит, ему сказала. Только кому скажешь, я узнаю, не обижайся. Что ты думаешь? Он говорит, ну там не сказал. А чем ты могла пригласить? Я говорю, понятия не имею. Ну, боялся, что ты совсем тогда на него не будешь. Не знаю, не знаю. Валя, как это было давно и как это близко? Ну что, ну проходите, понимаете? Валюша, понимаете? Спасибо, моя дорогая. Спасибо за это, за прием. Я Ирине-то что скажу? Ирине, машу ему пальцем. Ну что, Валенка овдовела. 2 года вот нету его уже. У меня сын, Валя. У сына сын, внук 13 лет. И дочка еще не замужем, 32 года со мной. Все, Валя. Все. Живу в Барнауле. Всех да. Тоже выучила на Валенке. Ну, Ирина, как-то приедет, надо тебе телефон мне свой оставить. Ну, да, пожалуйста, Валя. И я созвонюсь, она очень тебя. Да. Ну, такая подруга пожалуйста. Была у нее. Да и так. Это же все, мгновение там, все. Телефон. Сейчас я дам тебе все. Нет, записать можно, Валюшка. Да, давай. Надо. 8-906. Подожди-ка, сейчас. 964. 964. 40. 78. Ага. Сохранить. Да. Сохранить. А как мне? Вы через 10 дней заходите, и вы сами себя увидите там, на нашем Ютубе. Примерно через 10 дней я посылаю в администрацию, и там уже поставят ролик. О вашем еще пребывании. В таком, а я вам... Я, в общем, при фраере меня... Я вас только до пояса беру, ниже не беру. Зинаиду... Слышите, вы поняли? Поняли. И стараюсь, чтобы вас спасти. Ирина, до пояса. И так спасти вот в таком состоянии. Да ладно. Фалюшка у нас по-человечески. Ну и ничего. Все. Мы созвонимся с ней. Так тоже сгорбатился, поболтаем. Что-то так. Я горячу тебе до спина, а я горячу. Бурная молодость. Нет. Валя, мы подышать этим воздухом, подышать этим землей. Я говорю, упаду на этот лба. Но не думала, что встретимся. Он идет, едет на велике. И я почему-то думала, он толстый. Здоровый такой. Это кто? Брат, говорю, вы его. Давай задавать ему вопрос. Он, да нет, я тот самый. Я говорю, ага. Ну, вот встреча. Господь, а видно, видит, что надо. Сашка Андросенко была. Да, Саша Андросенко. Они помнит. На той улице жили, она говорит, Паль, у нас там единственная березка была. Ты можешь показать? Я пошла, она плакать.
Ну, и как? С вашего края приезжала Белоносова. Аня Белоносова есть вот такая. Она говорит, ну, ты можешь приблизительно где сказать? Ну, я приблизительно говорю, тут, видишь, вот тут. Да. Я сейчас тоже буду плакать, наверное, туда вот. Не то слово. Соломенные свои хаты. Меня ждут. Или заходи. Валь, нет. Мы поедем на Рыжковский. Нет, мы поедем съездить, брать. Иди, моя хорошая, занимайтесь. Спасибо за все, за приют, за все спасибо. Как, моя миленькая, ничего не обещаю. Сейчас вот, если операция пройдет удачно, тогда... У кого у тебя? Ну ладно, все, Валя, все хорошо. Тогда я буду приезжать к вам в гости. И вы ко мне. Поняла? Все. Ты моя золотинка. Давай. Какая ты хорошенькая. Молодец. Я-то не узнала. Молодец. Это бы Ирина была. Ой, тихо. Зато, Валя, я одела футболку, думаю, ну это хорошенькая, беленькая. А мне сейчас Игнат Тихонович говорит, а вы знаете, что здесь написано? Здесь написано, что я такая дура, поглядите на меня. Вот одела эту кофту. Да, ну, что ж, прям так. Да это он может быть. Я тебе говорю, прислали из Германии, Миши, одному тут. Ну, он в футболке вышел на беседу, а я считаю, там написано, ибин шайсе, доби шульдиха рука. Я не поверил, позвонил в университет, наша сестра там, она перевела. Так, я позвонил туда Наде нашей в Германию, она говорит, да. А там написано так, я говно, а виноват ты. Ужас! Так вот и я прифрорилась тоже. Типа того, что... Они специально такие делают, чтобы мы на себя посмотрели со стороны. И они лебедей нарезали. Лебедей нарезали. Молодцы. Так. Вон, вышли, видишь? Три сына, а так, три внука, и вон они. Бегают, ага. Вон. Все в своем. Она Курчина живет. Да. Там, и Геннадия часто берет. Пожалуйста. Говорит, к тебе заезжают. А, Гена-то на урывке. Ага. Ну, заезжают они к тебе? Нет. Нет? Они вон, смотрите, вышли ее внучата. Да. Маки моли, маленечки, маленечки, ага. А цепушки не вредят тут. А они идут вон здесь, за решеткой, там коридор. Вышли они сюда. Они по коридору выходят. Это вылезла какая-то, не знаю. А что они будут вредить-то? Ни одна. Всем же настроить. И богатых надо. Алешин дом. Вышел Варлам и Назарий. Тут имена какие вот. Старший вышел сын Варлам, ага. А это рядом второй Назарий, а третий Евтихий. Угу. Все такие красивые. А это вручную все строили. Да, из бревен. И в комнате это все по старинке. Это очень дорогое удовольствие. Какая была? Приходилось, а так было, да, выживали. Что теперь? Ничего страшного. Ну ладно. Ну оставайтесь с Богом. Поехали мы до Рыжковского сейчас. До Рыжковского, ага. Ну да. А до Рыжковского прямо. Прямо. А то право где-то ваш дом стоял. Да. Вот. Я даже знаю. Так, босичком бегали по этой потравке. Но Потеряевские, мне кажется, все равно в голове. Маленькая наша. Но она здесь рожденная была. 5 лет ей было, она уехала отсюда. Мы уехали, когда в Кемеровскую область. Кемеровская область? Потом-то Оля, это ее муж пишет. Вот он, а его-то вытащили кое-как. Ему-то некогда с нами. Выпивал, мы все всю жизнь вспоминаем. Их с отцом моим арестовали и убили. Это вашу собственную. Нет. А вот он-то на разбор. Сюда я начальник работать. А эти где ты набрал? А ну я, чтоб я вас не видела, не пошли. А деньги вы видели? А вы? Так, а у того-то что же руки не было? Он меня уж в сторону надо. Папа случился и перевязал руки, перевязать. Через неделю посмотрите ролик на нашем Ютубе. У нас огромные там 16 тысяч роликов. Посмотрим обязательно. Там это море. Хорошо. Ой, не то слово, даже это все время не вспоминайте.
все пролетело, вся жизнь пролетела. Как миг. 80. Ну, я думала, меньше тебе. Говорю, лет на 8 меня, наверное, постарше. Мне 72. Будет тоже. Будет. Ну что, садимся, отвлекать, пусть бежит, пусть бежит. Дай Бог здоровья. Слава. Спасибо Христу. За все. Это кто? Поехали. Фотографируйте. Ирине вышли. Иринки вышли. Вдвоем. Вот, скажите, фотографирует кто? У меня видео. У меня сейчас фотографирует. Сейчас Оля сфотографирует. Иринки. Она хоть ролик. Давайте. Так, подождите. Да нифига не узнает. Потому что, да, два года бы назад она ее узнала. А на качке с ними, подождите. Валентина, давайте все стоять на месте. Хорошо, отлично. Так, еще раз сделаю. Ну все, мы уже красивые. Нет, еще раз. Нет, я какие уберу, вдруг чего нет. Не беспокойтесь. Правда, не хочется. Во весь рост я хочу вас так надеть. Часто приезжает Потеряевский, отдыхает на Камагуле. Ну-ну-ну-ну, это не Чунаева, Катя, и этот Робко Верликин. Это... Они не были тут у вас? Не кто? Не Чунаева, были. Эрлих. Были. Эрлих приезжает почти каждый год, Роберт. Да, они сколько раз звали. И Артур приезжал. А мне все не доступ. Артур, по-моему, умер. Не знаю. Два года назад, кажется, он был? Я говорю, нет, вот он год назад. Он на два года, кажется, старше меня был. Мы учились в одном классе с ним. Когда я изучал немецкий язык, он помогал мне. Тебе помогать не надо, у тебя бестолковка хорошая была и есть. Хороший он мужик был, но неудачный замуж, женить бы такая. Но они вообще, немцы эти, неплохие были. Они и работящие, и все по хозяйству у них тоже было. Яков Себастьянович у них все мог делать. Да дед Яш это все и делал. Все везде, мать все вспоминает, где-то свиней придет, заколит и все разложит. И мед все время, и все. Да, и садом заведовал еще. Ты уже меня поменьше снимай, потому что я в таком виде. Ну все, пошли. Ладно, все. Ладно, мальчика, давай. Ну что, я пойду, девчонки. Я пешком, вы идите, мы вместе пойдем. Ну вот, в общем, вот так вот. Так она и жизнь. И мы уже собирались, наверное, тут мать просила нас свозить, съесть. Все не доступно. Все какие-то дела такие ненормальные. Все, бегом, все. Все это она. А вот Господь и свел. А я смотрю, нет, не он. Ага. Нет, маленький, он большой же был. И меня представляет, что ты будешь большой. А Наташа говорит, был он у нас в Ленинском. Это она начинала в Ленинском работать. Она тут полковник, девочка моя. Вот это, малявка. Моя девочка. У тебя сколько? У тебя 3 или 4? Пошли. А, вон, ребятишек. Хозяйская, видишь? Он показывает там ему. Это приехали из Екатеринбурга почти что. Там недалеко. А что здесь, ну, что-то показывает, строит.